Непонятно, слышно меня или нет. Hey, hey, hello guys. Now I'm at Streamfest. Привет. Тут немножко беда типа с микрофонами, и я буду говорить прямо вот так вот. Hi, Jennifer. Hi, Quell. Today was first day, and... Hi. Ten minutes ago, I hit... the pinata, but don't crash it. But it was funny because my eyes was closed by something. Что там как? Да ну что как? Сначала нормально, но как бы стримеров пригласили пораньше, в итоге. Ну, я не знаю, наверное, остальные готовились, но я просто походила час, потом запустили людей. А, я, кстати, сегодня чуть не потеряла телефон, точнее, я думала, что я потеряла телефон. Как, я не знаю, бешеная по всему стримфесту бегала туда-сюда, у всех спрашивала, вы не видели телефон? Я забыла телефон где-то. Короче, все места бегала, а потом оказалось, что там, короче, есть комната для стримерских вещей, я просто там его оставила. Hello, Quick, hi. Вот. Так что не обошлось без приключений. И что? Что я еще делала? Я сфоткалась с Квапой. Вообще тут очень много полуголых косплеерш. Но только что на заднем фоне прошла Вайрочка. Вайрочка. Тут еще есть золотой Рошан и всякие там... Короче, полный набор Мирана, Тракса... кто там еще? Темпларка. First time I can catch and it's not ASMR. It's very loud here, so I can stream ASMR and this micro not stereo. Их не забанят. Я вот слушайте, я не знаю, их-то не забанят. Они-то с ними фотографируются все, они не стримят. А вот если на заднем фоне, например, какого-то стрима пройдет девочка, например, и засветит своей попой, как это влияет на мой канал? Привет! Я на стримфесте. Это поклонники Глада Валакаса, видимо. Пошли банить стримеров. Так, чем я еще сегодня занималась? Я покушала. На самом деле, мы, короче, играли в настолки. Тут пришло несколько котиков. Мы играли в настолки.
одну настолку, довольно забавную. Там половину, типа, всего надо просто придумывать. Как она называется? Ролевая? Как называется эта настолка? Да не, не это имела в виду. Да нет. У меня-то нет фанатов, поэтому я вообще хожу спокойно. Что еще было, кроме настолки? Мне сегодня подарили классный такой портрет. Даже вот он в таком стиле нарисован. Я вам потом покажу, потому что я его не взяла. Кстати, надо было его, наверное, взять. Я взяла кучу всяких штук своих из дома. В итоге они мне не нужны, потому что тут плохой микрофон. Вот я только что стукнула наушником по микрофону и даже не оглушила вас. Hi, Chronomax. Вот. Вот такие штучки тут есть. Where are you? I'm at StreamFest. Завтра я с 5 до 7 буду стримить. Опять тут. Но я не знаю насчет микрофона, будет он нормальный или нет. Если будет более или менее нормальный, то может быть. Но, если честно, очень маленький шанс, что тут я вообще пришла на эту стрим-позицию, а тут все, короче, отключено. Никто не стримит. Я же сегодня не должна вообще стримить. Тут никто не стримит. Я так чисто захватила стрим-позицию просто. Привет, докорки. Да, видела Uncle Dead, Гоги Мэна, Лёня, который Эреб, Паша, который преданный. Ну, я не знаю, вы, может, его не знаете, потому что это было год назад, когда он часто сидел в чате. Непривычно слышать полный голос. Но я сейчас еще не слишком громко говорю и даже знаю. Но ты-то знаешь. Остальные, может, не знают. Хай, Диего. Хай, Баунти Хантер. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Москва, я. Стримфест at Moscow. Привет, Жень. Сейчас у меня не фолловер, у меня сабы есть рядом. Котики. Есть. Is it a popular event? Yeah. It's a popular event and it's a lot of people. Котики. Да-да. Вот. Завтра я хочу... Короче, понимаете, я думала, типа, постримить с телефона, раз у меня нет стрим-позиции, но у меня почему-то лагала трансляция. Я не знаю, что вы смогли увидеть, различить. Мне, кстати, сегодня вы видели, да, фокусы показывали? Довольно забавно. Hi, Golder. Эх, далековато. Ну, если честно, мне самой тяжело было добраться именно до Сколково, потому что очень далеко. Я живу вообще на другом конце Москвы, и мне до сюда добираться 3 часа. 3 часа сюда, 3 часа обратно. Но, короче, я нашла выход, я там недалеко по квартиру сняла на пару дней. Иначе, как бы, 6 часов пути за сутки, это слишком жестко, слишком. Привет, Жень. Привет. Водички надо. Что с голосом? А у меня у всех лагает. Ну, а что делать? Переезжаю в Киев, брат, сестра. А почему? Что с голосом? А, голос такой же, это просто микрофон тут странный. Мне приходится прям чуть ли его не целовать, чтобы вы меня слышали. Yeah, it's really hot in Moscow. It's 25 degrees, I think. Вот такие дела. Вот так меня лучше слышно?
Котлетки, а не конфетки. Арни не смогу показать. Могу показать свои кроссовки. А может, и не могу. Не знаю. Я попробую. Я могу попробовать. Hello. Мы уже видели их? В смысле, кто видел? Может, кто-то не видел? What are those? Hi, praise the sun. I am at Streamfest. Встретила кого-то из подписчиков? Встретила, да. Встретила. По никам сказать. Ну, получается, раз, два, четыре человека. Четыре человека или пять. Смотря как считать. За тобой хотим. Мои кроссовки попали в кадр. Мне, наверное, надо было их помыть. Давай по никам. Uncle Dad, Gogi Man, Eric, преданный Катапон. Will you mobile stream around the event? I stream today. In the morning, from mobile, but it was a lot of lags, freeze. Have you ever tried to make stereo ASMR with a mono microphone? First 2 months when I'm starting my streams a year ago, I streaming with mono microphone a few months. Ой, что это такое? Are you having fun? Yeah. Нормальный аквариум попался, и ты на стриме, ты у нее капец настраиваешь. В смысле, Женя? Смотри, я написала в 5 часов, что типа я буду стримить, и в итоге я начала в 6, потому что тут как бы тоже я настраивала все. Тут сложно с этим. Мне кажется, как будто, знаешь, кто-то специально повыдергивал все микрофончики и все такое. We can see your monitor. Okay. Hey. Давай. Тихо, вот то, что тихо, да, но... Привет, я на стримфесте. Тихо, но это уже, во-первых, вечер. В 7 вечера закрывается стримфест. Людей уже не так много. Вот днем, когда только запустили, и часов в 12, было просто тут не пройти. Тут уже. Вот, сейчас почти никого нет. Hi, Ryan. А где он? Стримфест где? В Москве? Сколково? Она заранее начала. Я вообще села за комп, и тут не был ОБС установлен. Я свой ОБС скачала. Там красивенький. Я не знаю, видно вам или нет, но у меня просто красивенький ОБС со Streamlabs. Вот. Тут все сразу и чатик, и все. Where are you? I am at Streamfest. It's event for streamers. Russian event.
and I'm staying. All day I walk around and find to do something fun, funny, fun. Пог. Так, что вам еще рассказать? Ну, а, слушайте, а тут же, а я забыла, что тут есть лекторий, и на него можно было сходить, и я хотела сходить в лекторий, и я забыла туда сходить. Ну ладно, завтра еще есть целый день. Игромания начнет стримить где-то, ну возможно. Привет. How many more days? Today and tomorrow. Для динозавра. Да, теперь все динозавры. Кстати, как вам новые значки? Садов. Теперь все динозаврики. Хай, Бернса. Громания сестра стримит. Тут много кто стримит. А как же котики? Bounty Hunter, thank you. I can't do ASMR, sorry. Thank you. Do you like the event? I like, but I'm a little tired, and что там интересного завтра будет? Но я сейчас вам зачитаю, что будет завтра интересного. Так, сейчас. Do you know Heroes of Might and Magic, third part? Так, в 12 церемония открытия второго дня, потом презентация мода героев будет. А сегодня была тоже презентация мода, и завтра. Потом презентация игры, как это Wrath Aeon of Ruin, хз, что это. Какие-то танцы со световыми мечами. Дефиле косплееров, шоу-матч по Хардстоун. Дискуссионная панель по киберспорту. Шоу-матч по Доте будет. Финалы турнира профессионалов по Mortal Kombat и конец. Что и сегодня. Ну да, то же самое. Какие динозавры в чате. Ну да. На самом деле, ну типа самое интересное это... наверное, пообщаться, прийти со стримерами, прийти там, посмотреть, что они стримят, и вживую на них поглядеть. Наверное, это, поиграть. Ну, вот, например, в игры можно поиграть в какие-то, я думаю, ну, просто куча всяких разных компов, там и стендов. Хай. Ну, много увидела? Да не. Я на самом деле вообще, слушайте, типа непонятно, кто стример. Ну, точнее, понимаете, понятно, ну, по браслетам, например, синим, да? У стримеров есть синие браслеты. Но в то же время на руки ты постоянно не смотришь и не понимаешь, кто стример, а кто нет. Я завтра там попробую кое-что снять со стримерами, но придется их, наверное, отлавливать, потому что... На церемонии открытия я увидела, ну, то есть, типа, все на сцену выходили, вот тогда можно было как-то отличить. Вот, и вчера, когда был орг-день, тоже там, ну, Аляшу увидела, Стаса Давыдова. Так уже даже и не вспомню больше никого. Не знаю. Спасибо. Ребенку 6+. Вряд ли, наверное. Нет, не думаю. Из известных. Да много известных, просто я мало стримы смотрю. Ну, спроси, кто, например. Ну, не спрашивай, потому что я не знаю половину стримеров. На сайте можно посмотреть, кто есть, а кого нет. 23 это считается ребенком, нет. Не стримера.
Было много классных косплееров, точнее девчонок. Ну, они и сейчас есть. Я вообще сфоткалась с Крипом из Доты. Вот, он вообще самый милый из всех косплееров. Hello. Hello. Так, я даже, кстати, не знаю, тут есть какие-нибудь, может, игры? Можно поиграть. Тут вообще все есть. Тут StarCraft 2 есть. Офигеть. Apex, Fortnite, Hearthstone, Dota, CSGO. Все есть. Overwatch. Это надо заходить в свой аккаунт. Да. Общее впечатление. Нет, ну, вообще очень много разных приколюх, много разных стендов. Но, наверное, в первую очередь сюда стоит идти, только если хочешь повидаться с любимым стримером. Вот. А так, наверное, будет немного скучновато, если просто так походить тут по фестивалю. Ну, тут разный мерч есть, разные площадки. Ну, просто, смотрите, поиграть в игры можно и дома, да? А не среди толпы. Or do you play any games? I don't play any games, I can, but I don't know. I don't know what... Так, сейчас. Ой, я что-то сделала. А что я сделала? Теперь не сворачивается. А, все сворачивается. I just woke up. It's half past six in Russia. Hi, Ellie Queen. Будем шастать вместе? Ну да, да, мы сегодня шастали вместе. Единственное, конечно, чем можно было заняться толпой, это поиграть в настолки. Еще можно потанцевать Just Dance. Вот я завтра хочу потанцевать Just Dance. Я, правда, ни одного танца не знаю, но толпой тупить, ну, веселее. Поэтому... площадки маленькие. Ну, я не знаю. Если говорить там о стрим-позициях, есть такие вот капсулы стеклянные, как та, в которой я сижу, она небольшая, да. И... половина стримеров таких сидят как раз. Есть всякие там шестиугольники, все такое, где побольше. Настолки. Ну да, я настолки люблю. Сегодня вообще впервые играла в такую ролевую, где надо все свои действия придумывать. I'm at StreamFest. Good morning. Good morning. Завтра во сколько сбор? У меня комбе с этими с штанами клёш. Завтра во сколько сбор? Ну, опять можно прийти к 11. Я не знаю, честно говоря, к скольки я завтра приду. Ой, возможно, не с самого утра, потому что завтра точно нужно присутствовать на церемонии закрытия. В 7:30, то есть надо 100% целый день пробыть. И потом еще будет вечеринка только для стримеров до 12. Поэтому, чтобы выжить, надо прийти, наверное, попозже. Потому что сегодня я встала в 6 утра. Я встала в 6 утра, только поэтому успела к 10, и это я еще 3 часа не тратила на поездку сюда. Не знаю, как так получилось. Да. Привет, привет. Смотрю вас из автобуса. Так. Я не знаю, что мы будем завтра с вами делать. Наверное, я сделаю опрос ВКонтакте, что мы будем с вами делать, потому что СМР не получится делать. Саньки. Пилончик не работает, не закрутили нормально.
микрофон-то, ладно, я ничего не буду плохого говорить, работает и хорошо, все. Все нормально. Вот так. Кирилл, привет, привет. Спасибо за 11 месяцев. А что, у тебя 11? Я думала, у тебя уже больше. Спасибо, спасибо за 11 месяцев. Спасибо, спасибо. Ничего себе. 11 месяцев. Вот ничего не слышно. Это как так можно было настроить? Как так можно было настроить микрофон, что ничего не слышно, кроме голоса? Если не тыкаться лицом в микрофон, вообще ничего не слышно. Нет, стрим будет до 7. Всем закрытие. Привет, Димат. Всем закрытие. Завтра у нас будет 2 часа. Что мы с вами будем делать? Давайте решим, что делать будем. Через пару дней, что ли, будет год? А, я и думаю, по времени год должен быть. Времени должен быть год. Какой есть выбор? Мы можем делать все, что угодно, ребят. Все, что угодно. Можем играть в любую игру. Я могу даже, не знаю, в Overwatch поиграть, в которую ни разу не играла. Хотя, подождите, я не могу их поиграть, там же надо платить. Игра просто установлена. Может, я на чужой аккаунт зайду? Ладно, шучу, не буду проигрывать. Ну, я не знаю, тут есть Dota, Hearthstone. Да, я завтра в этой же кабинке буду. Командировки постоянно, понятно. Скольки завтра ехать? Ну, если ты приедешь к часу к двум, то я точно тут буду, да. Аккаунт в Hearthstone есть. Есть. Так. У меня есть Apex, и Hearthstone, и Dota, и даже LOL есть. Тут еще Origin установлен. Ну, там ничего. Герои новые. А, короче. Села я на стенд героев. Думала, я поиграю новым замком. Ага, сейчас. Короче, я не... Ну, то есть там было написано, что 31 декабря только до конца будет сделан мод. Сегодня была презентация одного мода. Точнее, замок будет доступен 31 декабря. Героев показать можно. Можно. Я, кстати, не выкладывала эту фотку, я только сфоткала с героями. Можно будет завтра сесть, попробовать поиграть по сетке в героев. А друзья? А что, друзья? Ты о чем? It's strange for some reason. I understand, Йоука, I understand. Отойди от микро. По-другому меня не слышно. Или слышно? Я так... говорю. Так надо. Буду к часу. Хорошо. Хорошо. Вот, я же говорю, что ничего не слышно почему-то. Я постараюсь сделать другое немножко расписание и буду стримить с 11 вечера, поэтому, возможно, ты будешь попадать. Чтобы не было слышно гул. Кстати, возможно... Will you ever stream games? Может быть, так и сделали. Я не знаю. Maybe. В настройках ничего не убавлено. Ничего. Это, может, через микшер как-то сделали. Хотя я тут покрутила что-то. Тут только такой микрофон. What are they doing? What are they doing? I don't know, just staying. I don't know. What are they doing? Ну тут нельзя было приносить типа микрофон USB-шный. У меня 3D сломаны, XLR-ского микрофона нет. Hi. Я не знаю, ребята. Мы можем поиграть завтра.
Я не знаю. Сейчас посмотрю, может, вспомню, что еще было. Не знаю. Так, вам так видно? Смотрите. Это пиньята, курьер из дотки. Так видно? Так, потом... Да, этот как карлик какой-то. Ладно, я вам покажу. Блин, я тут карлик, не смотрите. Вот так. Посмотрите на крепочка лучше. Какой классный крепочек. На меня не смотрите. Вот, смотрите. У него горели глаза даже. Уже увидели? Все, уже увидели, нет. Сейчас. Вот. Эта полуголая женщина приставила мне нож к горлу. Ну, черт, фокусируйся. Ну, ладно. Streaming is my hobby. I have real job. Сначала показал. Во что собираемся играть? Во что? Во что собираемся? Кто это такие? Это динозавры. Мы теперь динозавры, только я не уверена, что будет в тему говорить на вас динозаврики. Это как-то не очень звучит, даже плохо звучит. Да, несколько человек пришло. Динозаврики. Ну да, я склоняюсь к котикам. Ну, котики лучше звучат, но вы теперь динозаврики. Иконки пусти динозаврики. Минус уши, ой. Динозаврики хотят были бутербродики, ну да, не очень. Понимаете, были варианты, помимо динозавриков, еще ксеноморфики. Ну, как бы, такой себе вариант. Вот. Ксеноморфики лучше? А почему ксеноморфики лучше? Так. На самом деле, блин, можно бы, если бы работал микрофон как СМРный, можно было бы, не знаю, взять какого-то человека и типа СМР в реале сделать. Вам было бы на это вообще интересно смотреть? Как в целом все это ощущается? Блин, я приехала вчера на орг-день. У меня такое воодушевление было. Просто такая легкость какая-то. И просто нереально себя чувствовала. Сегодня больше как-то... Не знаю, расслабилась, наверное, уже. Но когда все стримеры выходили на сцену, у меня вообще дрожали руки и ноги. И я вся вспотела. Короче, такое волнительно все. Что вы делать будете дальше, как вообще стримфест? Ну, нормально, только было бы больше каких-нибудь развлечений для толпы. Динозаврики есть? Где есть? Оправдал ли ожидания? Ну, вчера я пришла и подумала, как все круто сделано. Вот. Сегодня... Ну, просто смотрите, за один день можно нагуляться. А мне это вообще можно говорить? Я не знаю. Но за один день можно все посмотреть, обойти.
Кто-то на пилоне крутится? Да, сейчас есть где присесть. Тут есть кузнец, но, кстати, я думала, будет гончар. Я даже в посте в Инстаграме писала, что я хочу какой-нибудь кувшин сделать, а гончара я не увидела. Где он есть? Может, он завтра будет? У меня голос другой в этом микрофоне, с этим микрофоном. Уши ломают. Не знаю, будет ли другой. Не знаю. Ну, я поняла, кто крутится. Вроде должно. У меня все нормально. Тут вообще и нет летает, кстати. Ну, какой есть. Мартин, thank you for gift for Eric. Thank you, Мартин. Hi. Are you crying? Ну, короче, надо что-то решить до завтра. Привет, привет. Надо что-то решить. Музыканты все жаловались на микрофон, да и стримеры. Bounty Hunter, thank you, Bounty Hunter. Thank you. Thank you. What country? It's Russia. I'm in Moscow at Streamfest. Так. Я не знаю, наверное, типа, ходить нет смысла, правильно? И стримить. Я не знаю, есть смысл. Все уже показали, по-моему, за первый день. Ничего нового тут не появится. Единственный вариант, наверное, как простримить подольше, это играть. Или что-нибудь придумать забавное. Не вижу. I don't do fitness few months, but I do home exercises. Вроде так заведено было, да. Лекторий. Блин, слушай, я вообще провтыкала, что есть лекторий. Вообще просто. Собиралась туда пойти и забыла. Я не знаю, куда идти на самом деле. Где лекторий? Так, надо срочно посмотреть на картинке. У меня есть картинка, план. Там лекторий за главной сценой. Перед. Открыто для всех. Где-то на третьем этаже. Ну, понятно. Ну, я завтра туда пойду, узнаю, что там вообще. А то я хотела послушать, там набраться опыта. Ага, набралась. Забыла вообще. Вот. Наверное, все расходиться будут. Мы сейчас ни во что не успеем поиграть. Хотела посмотреть, так и не нашел, не было нигде трансляции.
Я пойду завтра и посмотрю, что там. Ну да, вообще это или VIP-зона, или типа только для стримеров. Привет. No. It's not soundproof booth, but here is more quiet. Today and tomorrow, no. No ASMR streams. Пропустил весь рассказ. О чем именно? Я еще раз тебе расскажу. О чем ты пропустил? Надо просто это завтра поактивнее быть. А то как-то я сегодня чилила и так просто ходила на расслабоне везде. И ничего не успела особо. Не, ну, третий этаж. Обо всем вообще? Ну, о чем? О чем именно? Я так ни с какими стримерами не познакомилась. Скамарни, он на передержке. Я тебя не игнорю, а что ты... стрим был вообще про то, что ты обещала испытать на нас методику? Да не было еще стрима. Зато сама все посмотрела, что хотела. Да не всю! Не все я посмотрела, вот про лекторий забыла. Я не увидела Кирилл, просто что ты написал. Этого стрима не было, потому что я на этой неделе была занята подготовкой к стримфесту. На прошлой неделе у меня болела Арнюша. Почему-то не познакомилась с Диной Блин. Но она, например, сейчас стримит. А до этого не знаю. Ну, это надо сделать, потому что другой возможности, кроме завтра, не будет. Да, я познакомилась тут с ASMR Honey Girl. Она на Ютубе так подписана. Можете сходить к ней в гости. Ну, уже через 15 минут закончится стрим. Так, подождите. Yeah, Martin, few. Мне зайти к ней и сказать, что почему? К кому зайти? Что делали на стримфесте, если я завтра зайду, что-то будет? Что-то будет. Просто стримфест сегодня до 7 работает, ребята, поэтому так. Куда ты там зайдешь? Не надо никуда заходить. Успокойся. Так, что делали? Пинали пиньяту. Это я делал. Играли в настолки. Чуть-чуть в героев третьих. Совсем чуть-чуть. Кушали. Что еще? Что еще? Мы что-то еще делали? А? На косплеерах? Что еще? Да я сказала про пиньяту. А? Да ничего не снимаете. Страдали фигней. Да. Зарядку делают. Ну, нормально. Is Streamfest in Moscow? Yeah, it's in Moscow. Ой, что-то у меня бицы не высвечиваются. Thank you, Liquin, thank you. Я не поставила оповещение. Короче, можно было что еще поделать? Можно было в Mortal Kombat поиграть. Пофоткаться со стримерами, пойти в лектории. Можно было отчеканить монету у кузнеца. Вот. И там можно сфоткаться в обмундировании, там в шлеме, все такое. Ну, немного, у меня колени болят, потому что много ходила. А так тут
Ну, блин, ребята, короче, вы приходите и смотрите стримы, но только вживую. И можете со всех сторон посмотреть там на стримеров. В принципе, как-то так. Стрёмный хромакей. No, I will not. Without ASMR, few days. I hope at Wednesday I can stream ASMR. Что даже со стороны, конечно. Да. Уже все уходят, тут так тихо становится. Кто приходил? Я уже 5 раз сказала Мике, кто приходил. Вместе со мной в капсуле сидят ребята, там общаются. Чем у тебя за спиной торгуют? Там стоит вот дальше кузнец, вот тут где-то. И тут торгуют всякими кованными штуками, там даже подковы есть. It's not my real voice, this micro is very bad. Уже 47 минут прошло уже. Мне на самом деле так некомфортно просто так сидеть, потому что я на всех стримах что-то делаю, мне хочется что-то делать. At Wednesday at 6 a.m. by Moscow or at 4. I don't remember. Каким-то стримером больше времени. Леш, ты понимаешь, что у меня сегодня времени вообще не должно было быть? У меня завтра стрим с 5 до 7. Это я так влезла, без очереди начинается, называется, потому что у меня, не у меня, а потому что на этой стрим-позиции никого нет. Но я думаю, популярным стримерам вообще дают стримить хоть целый день. Окошко? Да не окошко, не окошко. Вообще тут никого нет, я не знаю. Сколько? Ну, 2 часа, наверное. Димка! 12 месяцев, да, капец, уже год. Она крестья на стриме. Спасибо за год, спасибо, спасибо, спасибо за год. Спасибо, спасибо. Хай! Год с вами. Вообще жесть. Мне иногда до сих пор не верится, что год стримлю уже это. Столько всего вместе с вами пережила. Ты what? Кто это? Где? Чем, наверное, надо прощаться. Я тогда сделаю какой-нибудь опросик ВКонтакте, наверное. Do you put latex without ASMR today? Sorry. В понедельник заболел? Понятно. Ну, хреново. Выздоравливай. Болеть плохо. В смысле, прощаться как-то стрим. Ну смотри, АСМР стрим в среду. Может быть, во вторник вечером, может быть.
Насчет понедельника я не знаю, потому что у меня там много дел. И надо раньше лечь. Нет, в понедельник точно нет. Во вторник вечером, возможно, со вторника на среду будет стрим. Я думаю, с 11 вечера до 8 утра где-то. Может, до 10. Долгий стрим. Вот. До этого не будет. Завтра будет стрим, я не знаю чего. В среду, да. Завтра будет стрим с 5 до 7, не знаю чего. Тут же, да, тут же будет стрим. Мы можем кого-нибудь задействовать в стриме. Например, я познакомилась с АСМРщицей, и можно не АСМР-контент сделать с ней, но наполовину АСМРный какой-нибудь, я не знаю, поиспытывать всякие триггеры друг на друге. Нам будет интересно посмотреть на такое. Да, я про нее. Ну просто на каком-то левом человеке как-то будет неловко, мне кажется, это делать. Нужно. Ну, я ж не могу поймать кого-то и заставить терпеть. Хотя я хочу поиздеваться над некоторыми людьми. Над душами некоторых людей. Кстати, уже без 10, а до сих пор не выгоняют. А все еще стримят или заканчивают уже? По-моему, там заканчивают уже. Даже модеров не знаю уже. Ну, Эрик уже давно тут. А кого ты не знаешь? Поймала, посадила и связала. Ну, да, возможно. Ну, хорошо, смотрите, один из видов развлечений, значит, завтра, если я уговорю ее... Это попробуем. No, it's Russia. Мне не имется. Надо было взять вязание из дома. Были времена, каждый вечерочек АСМР до 2 часов ночи. Ну я помню, так это год назад было. Ну смотри, вообще-то у меня стримы по расписанию, правда, на этой неделе у меня вообще, по-моему, 5 стримов только было. Но вообще у меня в неделю где-то 8-9 стримов. Каждую неделю, просто они утренние в основном, и только несколько вечерних. Заходил по расписанию. Да ты не по тому расписанию заходил. Ну, смотря когда ты заходил, потому что утром работа. Ну да, там... Ой, все. Я могу вообще расписание убрать, тогда вы не будете знать, когда я включаюсь.
внутренне попадаю. У меня, как это, я план выполняю где-то на 80%. Ну да, не идеально, но не полностью уже там все проебано, так что нормально. Смотрю стримы, когда они есть. Вот, все, вот это вот правильный подход. Смотрю стримы, когда они есть. Да, вот. Ты, кстати, на каждый стрим уже заходишь, да? И утром, и вечером. Все правильно. И не жалуешься. И не ноешь. Пока нет. Пока нет. Хотя у меня тут табличка в тему. Так, подождите, вот так. А я показываю. Ничего себе. А есть еще моя именная. Я повторяю. Вот такая еще моя есть. Я постоянно попадаю по микрофону. А как ничего себе переводится на английский? I don't know. Ничего себе. А somebody caught a sign. Yeah. It's... Dislike, unsubscribe, да? Unsubscribe. Как ужасно звучит. Ну, да, да. Микро не очень. Ничего себе. Как переводится ничего себе? Я даже не знаю, как переводится ничего себе на английский. Я вот вроде, кстати, ОМГ, о май гад. Я не удаляла этот видос, я его скрыла, потому что там есть моменты, которые я не хочу, чтобы видели. На нем было 70 просмотров, да пофигу. Мне кажется, там с этим видосом можно только одно делать. Не просто слушать. I play a little at new mode of Heroes, Might and Magic, third part. Да не, это я про видос, когда у меня нервный срыв это был, и видос с кучей ликинга. С одним ликингом и переодеваниями в медсестру, в короткие шорты и вот это все. Я про этот видос. Он просто висел на Ютубе, самый просматриваемый у меня на канале со стримами. И я его решила скрыть. Где взять этот видос? Уже нигде. У тебя была возможность его скачать месяц или несколько, пока я его не скрыла. У меня-то все хранится. У меня бухла стрим есть, вот этот видос. Вырежу тот момент. Там весь стрим такой. Есть места, да. Ну да, нет, там не есть места, там весь стрим такой. И, в принципе, как и все остальные в том месяце. Все, что однажды было в интернете, всегда останется. Но это тяжело найти, не у всех на виду. Не знаю, может, и осталось где-то. Спасибо, нет. Нет. Косплееры уходят. Что-то все ливают уже. Все ливают. Давай, давай. Был стрим в ковбойском стиле. Блять, это тоже с ликингом. Он тоже скрыт. Только не давай никому ссылку. Hello, I'm live. Yeah, but I will finish soon. Прикольно, когда так издалека видно. А я привыкла вот так сидеть.
больше нравится? Подливас. Эрик, I don't have a lot of kittens, Russian kittens. Don't go. What we will be doing, guys? I don't know, because I don't know. I can do ASMR and I can't just sitting and speaking. Сейчас, короче, сзади пройдет золотой рошон. Посмотрите. Если вы увидите. Вы, наверное, не увидите. Я покажу. Не особо. Мне особо видно. Нет. Знает, походу, ссылку только Дима, а он не сдаст меня. Он этот самый олдовый олд. Сидите, это час уже не скучно. А я ничего такого не говорю, я сижу молчу. Что не сдаст? Не сдаст? Ничего, важно. Ха-ха. Пора домой. Это точно не сдам. Да все вы точно не сдадите, да, конечно. You always was green. Окей, rolled out. Да нет, не прямо сейчас. На самом деле мне вообще не хочется домой. Но я не знаю, что тут делать. Что чёрт? Даже место жительства не смогли купить. Но ты вообще вычислятор. Стримеров. О, ничего себе. Классно. Я закручиваюсь. Лёш, я думаю, тебе и не нужен этот видос. Поэтому смысл какой тебе от этой ссылки? Тут даже не слышно, какая чапка. А что за бред? Идти на СМР. Вот классно сидеть на стримфесте и чапкать микрофон. Я когда дома сижу, еще не, ну, то есть нормально. А тут такое себя. Делись. Почему не нужен? Зачем тебе мой видос с ликингом? И вообще, что вы пристали к этому видосу? Отстаньте от него. Он в закрытом доступе. Вы его больше никогда не увидите. Все. Почему заносы? Ой. Я забыла насчет алерта вставить. Сейчас я зайду, посмотрю сообщение. Только стрим элемент вставила.
стрим с переводом скачал? Серьезно? Ликинг. Меня не особо радует тот факт, что вы качаете мои видосы с Ликингом. Ну куда волосы? Ну вот так. Нет, вот так. And the national earth lagged. I'm just afraid that someone Блин, ты. Я не пойму, а какой смысл типа донатить 10 евро и писать хуйню какую-то и обзываться? Я думала, оскорбление только за 10 рублей можно делать. Это где? Я на стримфесте. Ты что, из магаза? Нет, не из магаза. Это стримфест. У меня тут стеклянная капсула. Беркей. Thank you for subbing for 8 months. Thank you. Thank you. Thank you. Что такое стримфест? Мероприятие для стримеров и их зрителей, чтобы они друг друга увидели, там познакомились, пообщались. Ну, типа того, что-то. Еще тут много косплееров. Уже уехал, не заметил тебя? Будет ли видео с клопой? Нет. А? Ну, смотри сам. Можешь... Могу тебя отпустить сейчас. Я не знаю. Так, подождите, ребятки, секунду. Хоть там сейчас все перевернется, да, я такая. Так, видео с клопой не будет, но будет видео, влог со стримфеста. Завтра буду усиленно этим заниматься, потому что сегодня я проебловала весь день. Завтра я сниму видео со стримфеста и выложу потом на YouTube его. И, короче... Привет, Егор. Нет, он не от твоего ника задонатил. С левого ника. И у меня даже не сработал этот алерт, поэтому все нормально. No, Arnie is with special people. Not in city... Как? Dog? Что? With dog sitter. Садись сюда.
Завтра будет стрим, ну завтра будет, конечно же, с 5 до 7 будет обязательно. What if we said Arnie was a streamer? Yeah, Arnie is streamer, and I see that, and I saw that last year someone was with a dog, and if I have some people that can take Arnie from Streamfest, I came with him, walking around few hours, and these people take him home, because I think he will или was, он бы, не знаю, короче, he will be tired a lot. Была на музыкальном стенде? Нет, я не была. Я не была на музыкальном стенде. Что? Чем я вообще занималась? Целый день пробыла тут. I hope I can see Arnie soon. Yeah. Так это не телефонная водка. Телефонная будка, нормально, нормально все. Стримерская будка. Это хромаки. Да. Билайна. Ну, ты сейчас это подашь? Сейчас я уйду, так это в ночь становится. Да не останусь я. Я уйду, но уходить не хочется. У меня вообще как бы колени устали и ноги, но я сама не особо устала. Блин, если бы можно, например, было бы в героев поиграть сразу, играть и стримить, я бы села, поиграла и постримила. А так на том компе, по-моему, нельзя этого делать. А ну там ни вебки же, ничего нет. Хотя... Можно через телефон, но телефон лагает, может. О, короче, такие дела. Нет, я завтра надо снять видео на YouTube. Нормальное. И то, что я хотела, рассказывала. На столке? Ну да. Да, нормально. Да. Вот такие дела, ребята. Вот видите, мне так понравилось, что я не хочу уходить и не хочу уезжать. Все уходят, а я остаюсь. So different ways. Вот такие дела. Кстати, тут такие штуки. Помимо того, что тут пиньята была в виде курьера, ослика из Доты, тут еще выдают аирдропсы из пабга. А там внутри разные... приколюхи, снеки, ой, да, сейчас покажу, всякие приколюхи, снеки, там, сушеное вяленое мясо, там, ну, короче, типа, просто пожрать. Вот, я, у меня пока такого нет. О, я вам могу кое-что показать. Ой, это сильно громко. Сейчас, подождите секунду, я кое-что вам покажу. Потом это покажу. Я купила очень классную штуку, как фанатка Гарри Поттера. Угадайте, что это? Что это такое? Magic Music Box, yeah! А что тут написано? I solemnly swear that I am up to no good. А, это карту мародеров, чтобы открывать. Вот, слушаем, ребята.
прикольная штучка. Ну, а что поделать? Тут еще... Сейчас вам покажу всякие штуки, только не знаю, что это. Что это? А? Нет, да, Aegis я знаю, что такое. Это подвеска? Подвеска на шею? Клеена странно специально. Что там еще? Футболку тебе подарили? Футболку подарили. Ну, футболка там, что тут? Не знаю, что тут, но... А? А, пуч? А, пуч. Пуч. Это спонсоры этих всяких квестов. Это киви и коврик. Ой! Я, как обычно... It's Aegis медальон. Да. Я вообще-то уже несколько раз разговаривала с людьми. So much cool stuff. Yeah. По-моему, уже все там собираются, да? Вот. Он сидел там в большой стеклянной капсуле. Он стримил вообще целый день. Yeah, Streamfest, first day of Streamfest is finished. And all people going home. But I'm staying. I'm staying here. Yeah. К чему я говорю, блин, ну не могу переключиться иногда. Ага, Я и сижу. Hi. А если я начну твалить, Борис? Why are you staying? Because I am streaming when... А как выгонять на английском? When people... Как организатор? When main people of Streamfest starting get out me, нельзя так сказать. I don't know, guys. I don't speak English. Какой-то be sneaking hide? No, I wanna sleep and I wanna eat, so I will be going to restaurant and drinking cocktails. Водка? No, vodka. Оставайся, тебя никто не заметит. Не. Never heard of Streamfest? It's event for streamers, like TwitchCon, but Streamfest, but not. I don't speak Portuguese. Kick out? Until they kick out. Yeah. Sleep in the restaurant now. Can I buy you a drink? No, I can buy drink for... By myself. Kodastan will be playing all the games. I can play in all the games tomorrow because if you're a streamer, you can play in what you want without waiting. Without waiting. Kota getting drunk? A little. I'm getting... Get drunk a little yesterday. Не говорили мне, что я на Бузову похожа? Не похожа я на Бузову.
не похожая. Чем я на нее? Я вообще на нее не похожа. Ничем вообще. Можете держать. Не похожая на... Не похожая на Бузову. В ресторане микрофон... Да в каком ресторане, ребята? Я на стримфесте. Если присмотреться... Нет, не присматривайся, я не похожа. Я не похожа. Не могу так сделать. О! Не могу так сделать, ребята. Репортаж идет в коте. Да, репортаж идет в коте. АСМР в коте. Только опять я песни не начали. Все, отстаньте от меня. Хай. Упс. Не похоже, что не похоже. Что? Забанить модера. Леша. Все. Леша предатель. Это анмод. Анмод. Quite a drinking water and mixing it with whiskey. Так, все. Все, на одного модера меньше. Тебя никто не просит говорить правду на стриме. Ты должен мне льстить и говорить только хорошие вещи. Он все равно так не будет делать, это же Леша. Правда, не задушишь, не умеешь. Это неправда. Как теперь тебе понятно? Неправда. Да. Ничего не снимали на видеокамеру? На сцену? А там, где я с Арни была. Там, короче, на открытии, перед тем, как приглашать на сцену всех, там был ролик с какими-то интересненькими моментиками, ну, со стримов. И там мой кусочек попал. Ну, там просто по паре секунд. Иначе бы там не поместилось так много людей. Вот, показали меня и Арнюшу, короче, со старого-старого стрима. Там, ну, я, как обычно, его на две лапки поставила. Вот. Ты там и с Арнюшей, да, я там и с Арнюшей была. Вот. Так что даже АСМРщиков со дна не оставили и вставили их в видюшку. Когда просят, не могу. Что за голос? А что, тихо, что ли? Hi, feeling spacey. My new subscriber. Почему у меня такой дикий акцент, когда говорю вслух? Когда я говорю шепотом? Он не так ярко выражен. I will end in stream soon, yeah. Soon. I don't know when. Так вроде удобней, но как-то не... Ну, удобней говорить, но в то же время... Держать неудобно. Я уже этот микрофон весь облизала. Надеюсь, до этого его никто не облизал. Да? На такой, ну, наверное, тут сломано все было. I am at Streamfest.
что такое? Вам понравилось? А вы что-то слышите, что ли? Поздновато ты похватилась? С чем? Ну, это так-то да. Все, условия есть, оказывается. Неплохо. Ну, я все проверяла, ничего не слышно. Нет, продолжай. Я взяла яйцо динозавра. Что-то слышно, чи не? Алло. Да ладно. Зачем это? Пасха завтра? Да. Я привезла этого динозавра с собой. Да, чеши меня. Он мешает, конечно. Ну, конечно, а что ты хотел? Тут еще куча людей. Вообще не слышно. Ой, фу. Блин. Сейчас тут все резуном загажу. Сама настраивала? Нет. Лизун с собой взяла, да. Я настраивала не сама, но мне не техники какие-то помогали, а котик. Yeah, I have Sony. Так, все, это был последняя минута стрима. Цам-цам-цам. Всех целую, ребята. Завтра я попробую включиться еще раз с телефона. Может, да, может, сюда пораньше приду. Я обязательно, да, уже кикают, обязательно вам напишу все ВКонтакте. Я делаю ВКонтакте оповещения и в Инстаграме, поэтому следите там. Все, я вас целую, целую, целую. Приходите завтра. Guys, I finished stream. Waiting for you tomorrow. And goodbye, good night. Нет, не будет. Good night, goodbye, and have a good day. No, no joke.